Сегодня отбудется сессия Гомельского областного совета депутатов. Справоздачу об работе областного выконавчего комитета у 2016 году представит старшиня облвыконкама Владимир Дворник. Подробности у наших наступных выпусках. Сегодня у областным громадско-культурным центре отбудется урочистое мероприемство, присвеченное 100-годию газеты «Гомельская правда». Повиншовать коллектив выдания с юбилеем приедут информационные партнеры, представники улады, а так само районных газет. Лепшие супрацовники «Гомельской правды» отримают узнагороды, у тем лику нагрудные знаки «Выдатник друку». На мероприемстве вспомнят головные подеи из истории газеты и людей, которые удельничали у ее становлении. Сегодня в управлении по праце, занятости и социальной обороне Гомельского гарвыканкама пройдет мини-кермаш вакансий. Беспрацовные гомельчане, которые имеют квалификацию швачка, смогут отримать информацию об наявности свободных працовных мест в организациях и на предприемствах областного центра. Мероприемство пройдет с 10 до 12 годин у будинку по улице Пролетарской, 18. Сегодня отзначается Сусветный день борьбы с туберкулезом. У Гомеля с этой нагоды пройдет акция «Белый рамонок». Ее организаторы – Белорусское товарищество Червоного Крыжа и медицинские установы региона. Их представники выйдут на улицы города, каб рассказать про симптомы захворывания и шляхи его передачи. Удельникам акции пропонуют пройти флюорографичное обследование у пересонных аппаратах «Пульмаскан» и отримать консультацию в тезиатра. Зрабить это можно будет на площади Паустанне и каляки на театра «Мир» с 10 до 14 один. Головный врач Гомельской областной туберкулезной клиничной больницы Александр Шираев сегодня станет гостем программы «Диалог». Она выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-4» у 19 годин 20 хвилин. Свои питания, пропановы и зауваги вы можете выказать, потелефоновавши по номеру прямого эфира у Гомеля 77-68-45. Сегодня артисты Гомельской областной филармонии дадут великий концерт с нагоды 50-годового юбилею своей установы. На сцене областного громадско-культурного центра творческий коллектив выконает лепшие творы айчинных и замежных композиторов у сучасной працовцы. А кроме того, будет организована фотосессия с ведомыми артистами эстрады. У фойе пройдет историчная выстава, музычным сопровождением якой станет выступление камерного оркестра. Сегодня на телеканале «Беларусь-4» ведущие и гости программы «Добрый вечер, Гомель» расскажут секреты за кулисья Гомельского театра «Лялек» и научат керовать марионетками. Как изменились ляльки и их створальники? Что нового на театральных подмостках Мазырского драматичного театра имя Мележа? И какие яны режиссерские будни? Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сегодня у 20:35 на телеканале «Беларусь-4». Сегодня у Гомеля доставить чудотворный образ Божьей Матери «Худкопослушница». Он был написан и освящен на горе Афон больше, как 100 годов тому. Однако до наших дней заховался в добром стане. Для поклонения святыня будет доступная по 10 красовика у Гомельском храме иконы Божьей Матери «Худкопослушница».